Господа, сегодня мы предлагаем вашему вниманию новую кнопку от компании Adoor. Кнопка управления дверью устанавливается на приборной панели водителя. Кнопка похожа на сенсорную, с приятной индикацией, то есть не раздражающий взгляд, в приглушенном цвете, то есть управление автомобилем в ночное время. Демонстрирую вам работу данной кнопки. Значит, здесь мы видим сигнал остановки, который размещен обычно в салоне около пассажиров. То есть представим себе ситуацию. Давайте посмотрим также на работу двери. Пассажир хочет выйти, нажимает на сигнал остановки. На приборе водителей загорается, начинает моргать новая кнопка. Соответственно, водитель понимает, что это требование о выходе пассажира. Эта кнопка также оснащена функцией срабатывания от дурака, поэтому нужно нажимать и полсекунды удерживать, чтобы произошло срабатывание. То есть мы видим, при нажатии на кнопку дверь движная открывается. Соответственно, также нажимаем и удерживаем, дверь закрывается. Соответственно, при повторном нажатии момента открытия двери индикатор не срабатывает. Это говорит о том, что дверь открыта, водитель это видит. Еще раз демонстрирую. А можно на полпути остановить? Можно остановить на полпути, совершенно верно. Вернуть дверь в исходное положение. То есть кнопка работает так же, как и кнопка старого образца компании Adoor. Так, удерживаем. Вот. Такая вот замечательная продукция. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки внизу. Всего доброго, с вами был Александр.